Все мои друзья из Принстона. Я стал вегетарианцем 40 лет назад. Они мне тогда говорили: «О, Гешла, если ты не будешь есть протеин, ты не будешь здоровым». Мне 67. 40 лет я не ем мясо. Все мои друзья говорили: «О, Гешла, ты заболеешь без протеина». Эти все друзья уже мертвы, которые протеин ели. Понимаете? У них у всех диабет, сердечная недостаточность. А я счастлив, занимаясь йогой. Вам это не нужно. Это ложь.